Сергеем я не могу сказать, что я с ним дружил, при этом у меня были с ним приятельские отношения. Я с ним встречался фактически раз в два года, всегда на максе, на выносе. И об этом всегда были какие-то потрясающие впечатления, когда он туда, ну, говоря таким каламбуром, вносился на вынос на мотоцикле BMW с банданой на голове, излучая какую-то потрясающую положительную энергию, энергетику. И вот в прошлом году мы опять же там вместе стояли, они с Сергеем Николаевичем Трисвятским комментировали полеты самолетов своих, значит, ОКБ. Я, в общем, к сожалению, комментировал пилотаж группы «Стрижи» памяти Игоря Ткаченко. Это был путинский показ, то есть я для премьеры комментировал. Сережа мне тогда пожал руку, сказал, что ну молодец, для меня это было очень дорого. Песня, с которой, ну, которую я сейчас спою, она была написана после гибели Игоря Валентиновича Ткаченко, моего действительно очень близкого друга. Но на диске она называется «Память Игоря Ткаченко и всех летчиков, ушедших на последнее задание». Ну вот и все. На новом месте службы. Разбор полетов с главным, будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправился же к нашему, но суров. Здесь главный, исключительно суров. А встретили зачет на все 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Ясно как, отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю. Летаю, сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни не летал. Здесь поздно в полете бывать осторожны. На все виды допуски даже на сложные. И стали мы здесь не настолько безбожны. Ведь нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не дает. Но как же мне хочется выпить стакан тут граненый. Что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Мы живы, хоть оплаканы родными. Нас радует здесь небо холодок. Не рай, не ад, а где-то между ними невидимый военный городок. Заоблачный военный городок. На рай мы по заслугам не проходим. А вот нам и самим-то не резон. Забор, казарма, КПП на входе. У нас отдельный летный гарнизон. Для летчиков отдельный гарнизон. И главное, одна на всех задача — летать с живыми здесь по небесам. Стараться уберечь парней, иначе всем плохо, коли они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно в полете бывать осторожным. На все виды допуски, даже на сложные. И стали мы здесь не настолько безбожные. Ведь нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но
как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Вне возраста все летчики в полете, равны все и Летеха, и Головком. Здесь Нестеров с Гагариным в почете, и Уточкин с детским юморком, а Вася Сталин, ну, тот особняком, шумит нам про исправность всей матчасти. Припадай, мол, за это под расстрел. Наверное, грузин здесь прав отчасти. На днях вон целый борт опять сгорел, и новый экипаж к нам прилетел. Теперь сам я здесь таких встречаю на входе в гарнизонном КПП. Я здесь за подготовку отвечаю в соответствии с небесным КБП. Здесь курс другой, небесный КБП. Здесь поздно в полете бывать осторожно, на все виды допуски, даже на сложные. И стали мы здесь не настолько безбожные, ведь нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ, там открыты любые районы, и небо сюрпризов для нас здесь уже не видит. Но как же мне хочется выпить стакан тут граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Ах, как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Нам уже можно. Теперь уже можно. Нам уже можно.